Друзья, мы доехали. Блин, 65-й год со звездой целенький. Со звездой все как надо. Крылья новые. Ну вот сейчас. Есть запасной, блин, гаражик какой маленький, посмотри. Нет, высота. Это а вот она. А вот еще вариант. Запасной. А вот да. А если он... один сломается, второй в запасе. Ну, это вообще 20. 20 тысяч пробега. С копейками. Блин, он еще пахнет. Да? Пахнет заводом, ты представляешь? Слышишь, а крылья вот, это от него же. Да, так сколько еще запчастей. Молоток тоже есть. Тоже от него? Да, можете ездить. О, давай посмотрим, что внутри, Макс. Крутится мотор. Компрессия есть. Погоди. Что надо? Ключи. А он закрытый? Ничего себе. Это вообще просто. А вот. Так. Идем дальше. А вот за этим, за этими листами шифера пряталось главное чудо. Как главное? Да. Которое нам придется отсюда вытащить и забрать. А как? Я даже не знаю. Ну. Как-то будем тянуть. Ёлки-палки. Смотри. Стекло. Ох, блин. Как мы хором сказали. Ух, блин. Там чайник, чайники, Макс, сахарница. Да. Шашлычок можно пожарить. Дров тут. Достать его будет непросто. Блин, тут, конечно, придется поработать, да. Блин, а как его нести? Ключи. Ключи. Ёлки одни. Это горба. Это... Давай посмотрим. Давай. На эту капсулу. Открывай капсулу. Блин, крылья, слышишь, в оригинале. Вот это, блин, находка. Ха-ха-ха, два телефона у тебя мобильных, слышишь? Красный. Руслан, тебе на какой звонить? Один тебе... Один тебе, второй мне, да? Да, сейчас будем переговариваться. Посмотри, тут все целенькое, сиденье. Блин, опять. Глянь, оригинальный этот, слышишь, Макс? Ручечка. Ручечка, и эти все целые. Все плавненько, слышишь, включается. Все. Да, попробуй. Четко. Ага, вообще не разбита кулиса. А тут родное, смотри, Макс, родное. Ага. Реальная Техогляд. Капсула. Техогляд. Какого года? 2007 год. Он проходил еще техосмотр, смотри. А, 2007. 9. 11. Охренеть вообще. Представляешь, какая это красота, а? Это вообще фантастика просто. Да. Целенькое все. Смотри, все оригинал. Да. Да, родное все. Все родное. А тут же... Слышишь, а руль какой родной. Посмотри, с кнопкой, с сигналом. Ты посмотри... Тут нету, а там родной выключатель. Ну да, у меня там колхоза больше, конечно. Ты себе лучше. А педальки посмотри, смотри, в каком состоянии. Руслан, вот и главное чудо, а. Охренеть ты вообще. Помнишь, ты собираешь такие книжечки всякие? Да. Это же устройство по эксплуатации, наверное, или что? Наверное, а ну посмотри, или это просто может про жизнь. Слышишь, мне про Петровская область. Карта, класс. Как ездить, смотри. Да, да. А что за книга? Прочитай там что-то. О, смотри. Как рулевую подкручивать. Все, да, есть. Все есть. Клапана как регулировать. Так, ну давай, работы много. Да. Педали посмотри в каком состоянии. Это не так, как там. Ты видишь? Четко все. Да. На месте, да? Да. Газ. Капсула времени. Блин, его, конечно, жалко, что он на улице столько стоял. Не, он был, ну, он под навесом. Под навесом был, да? Да, смотри. Раз. Ручник работает. Он стоял под навесом, это мы ты уже понял, сняли что-то его, придумал? Когда надо было оставить. Чтобы легче было, увеличили рычаг, ты понял? Ага. Ну, где? Чтобы можно было легче на ручник ставить. А это отец. Подсосик. Подсос. Открывай, пойдем посмотрим, что там в моторе. Фары запасные, да, есть? Да что-то там есть. Вон лежит на капоте с ободками.
кусок бампера. Я сдал на металлолом. Блин, вот это вы, конечно, погорячились. Смотри. Опа. Смотри, клац. Все. И все стоит четко. Все стоит. Бампер задний есть, ручка. Так. Что тут у нас? У нас тут еще все. А, слышишь, печка. Насос печки вон. Где печка? Насос и печка. Да, да, вот насос печки. Так, а это что? Ну это, наверное, забор, надо бензобак. А, это бензин сюда шел? Ну да, это же бензопечка. Шел сюда. Подожди, шел сюда. А, вот бензонасос, вот. Я не пойму, а нет, это. Нет, на печку сюда? Насос печки. А, это. Насос печки самой. Я помню. Ты узнал его? Да, да. Ты помнишь, мы. Смотри, какой боролись. Фильтр раньше был, Руслан. Оригинал, да? Ну, а карбюратор какой маленький, родной, ты посмотри. Все оригинал. И недавно откручивался, смотри. Что... 2011 техосмотр еще. Вот лежит это бумажка. Последний, значит, это последний техосмотр. Обалдеть. И люди же ездили на них и на море, и везде. Да, на Кавказ ездили. На Кавказ ездили? На нем? Мы доехали до него первый день до Ростова-на-Дону. Почти. Отсюда. Отсюда? Да. Руслан, на Кавказ. На Кавказ. Я... А на нем, на Горбатом, на этом? Это было... Реликвия. 68-69. 68-й год он на Кавказе уже был. А что вот это? В Пенице он снимался? Не знаю. Нет, это от этого. От холодильника? А вон резина лежит, Макс. Макс, резина оригинальная. Заберем. На. Да нет, это же... Нет. Не надо тебе? Руслан, ты посмотри, что здесь... Защита родная. Защита родная стоит. Да все, я же тебе говорю. Чтобы лучше охлаждался. Ой, на перевалах он грелся, конечно, зверски. На перевале каком-то, какой-то там перевал. Аптечка, как обычно, он лежит. Какой перевал? А ну, вы нам всю историю, пожалуйста, расскажите. Ну, там где-то есть один перевал. Единственный, когда... Как проехать на Кавказ. Это мы на обратном пути, на Ростов. Слышишь, шины не я спустили. Я не знаю, где оно, но там через перевал, и мы, он грелся. Ну, в гору. Так, а что с маслом, уровень масла? Ой, ребят, вы мне не задавайте вопросы. Слева. Так, а вот он. Слева, вот да. Он, вижу. Я же уже как опытный владелец, у меня тоже максимум. Такой есть. Да? Смотри, какой беленький. Нормально. Смотри. Следил человек за машиной. Ухоженная, да? Да. Последняя, ну битая наконец, он на ней перевернулся. Ну это знакомая история. Открылась дверка. Да? Ну на очень сильный ветер был. Я не знаю, что открывается дверка и ее заносит. Там еще. Да, из-за ветра? Да. Опа, дверка, слышишь? А, ограничителя нету, Макс. Да, ограничитель сорван. Сорван. Да, ну уже. Ручки, карманы, карты родные, слышь, Макс? Такая точно капсула реальная. Все родное. Уже это, конечно, вот это уже он переделал. Вот это, да? Переключатель. Нет. Переключатель. А, вот так? А, вот этот? Да. Даже один. Зеркальце родное. Зеркало. Козырьки, Руслан, ты видел эти козырьки? Да, ну. Желтые. А, желтые? Выгорит. А зеркало родное, да. Потолок родной. Да все родное, тут вообще ни родного ничего нет. Не, ну вот это смотри. 147 тысяч. 114 тысяч. 114 тысяч. Да, он 100 прошел и все, больше у меня нет. Так, ну что, пошла. Давай. Грузим. Нам надо тут завести, да? Да, надо. Крыло ложи, клади, Макс. Вон еще. А я не знаю, это, наверное, тоже. Да, это крылья от этого. Запасные. Хотя два ли. Он их понакуплял, оно и даром. Нам в любом случае оно пригодится. Да. Вот крыло Горбатого, Макс. Это... А, еще. Не, одно было. Одно только? Одно. А тут вы смотрите, что здесь. О, а багажник не открыли. А как его открывать? Спереди там ищи, где у всех. О. Звездой. Блин, комплект полный. Запасочка, да? А что это? Ремень. А, это этот. Ой, это у моего отца такое было под ключи.
Да. Это же еще с тех времен, наверное. Да, это такое ведро называлось. Слышь, это специально или нет? Закрывает аккумулятор, специальная полочка, видишь? Угу. С фиксацией. И вот... Слышь, тут по-твоему можно будет все, все делать, как должно так, быть. А это что? Это клеммы. Раз. А это? А, вот бак помялся, да, когда ударили, наверное. Да он бил крылья, господи, вы думаете? Есть, клемму достал. Плюс и минус, видишь? Угу. Все есть. Ну, я такую полочку, конечно, первый раз в жизни вижу. Ну, она горбатая. Да, доработана. Так, а это тут нету омывателя, да, получается? А, омыватель там такая. Угу. Бросай. Тоже в оригинале, механика там. А что там веревка. Бензина? Есть? А ну, сейчас я посвечу. Не сухой бак. Сухой, да? Полностью сухой. Но чистый, не ржавый. Класс. Что, закрываем? А это с... веревочка. Веревочка с собой, да? Чтоб... Закрывай. В случае чего? Мне нравятся эти амортизаторы. Да, у тебя лучше закрывается. Фары в оригинале. Блин, как дверь закрылась, ага. Слышишь? Это хуй. Это хуй. Это хуже. Это открылось, да, тоже ничего. Так, чтобы будем пробовать это заводить? Не, Макс, давай это, наверное... Хотя, надо же тогда вытолкать. Пробовать, ну, можем и попробовать. Тогда надо бензин плюхнуть. Подкачать? Не, кого? Хочу попробовать завести и выехать. Сейчас раритет откроем. Да. О, опа. А здесь это... 30. А здесь запасы. Насос есть, ручка еще. Ручка, еще где-то ручка. Все в оригинале. Вон распредвал, я вижу, лежит. Где? А вот распредвал с шестеренкой. Да. Клык вон. Обалдеть, конечно. Все, все родное. Да, да, клык бампер. Запасной. Макс, смотри. Распредвал вон, клык бампера, это запасочек, типа, бы насос вон. Да у него было, он накупал, а зачем я... Сейчас пока не захлопываем. Я таки не знаю. Крылья положить, крылья новые. На, я тебе каску нашел, Макс. Поедешь в каске. Будешь нормально в ней смотреться. Там не поцарапай ничего только. Не, бензобак, блин, тут конечно тесно. Понимаешь, что картон лежал, чтобы пыль не... Что пыль не... А тут чердак еще есть. Надо этот картон... На чердак надо пойти сходить. Ходи. Смотри, Макс. Руслан, обязательно. Порошок Макс я нашел. Макс! Да. Смотри. Приподними. Это шок вообще. Так смотри, там целый блок порошка. Порошок Макс надо взять. Елки, все новое. Света нет здесь? А есть этот самый, а есть лейка? Лейка, ой-ой-ой. Надо искать где-то в багажниках. Так, Руслан, а где шток? Я что-то не понимаю. Есть у меня, держи, держи. Да, держи. Как оно? Оригинал, да. Так, будем искать. Так, бензонасос, все тут на месте. Искать. Лейку искать. Можно выкатить на улицу сначала все как-то, Макс. Ну, мы можем искать. А, тут колеса? Смотри, набор колодок. Руслан. Колодки. Давай, надо выкатить, а потом все там то, что искать. Тут уже все, больше мне ничего не надо. Что, все забирать, что увезем. Тут, по-моему, еще спидометры какие-то... от мотоциклов. Руслан, смотри. Набор так, колодок, так, оригинал новый. Набор колодок. Черт. На это можете все забирать. Все, тут, что увидите, то и ваше. Договорились. Вот это продавец. Так уже... А, блок порошка, Макс. Так я же тебе за блоки говорю. Универсальный, так, лимонный. Хорошо. Так, будут руки чистые лейка. У нас в дороге. Это стопудово должна была быть лейка. Так, конечно. Она ее, по-моему, да. Так, у такого, как ваш дедушка, стопудово... И не одна. Ну тогда смотрите на стенку. Макс, а колбаску ты не брал с собой порезать, если? Колбаска? Да, смотри. Досточка, да, хорошая. Смотри, электрокартон. Короче, тут, вот тут может быть, капсула времени. Вон багажник верхний на горбатый, сказали. Камера. С колпачком мне нравится, советским.
пульверизатор. Эпоксидный клей, ну как новое? А новое? В оригинале? В оригинале. Капсула тут, и капсула времени, гараж. И гараж. Гараж, капсула. Что ты ищешь? Это растянется на 3 серии. Боюсь, что, наверное, может и больше быть. Это мы только еще даже не начали... Блин, Макс, раскладушка! Да, и раскладушка тоже интересный вариант. В дороге? Если мы едем... В Прилуке? В Прилуке, да. То она нам нужна реально. Легли, поспали и поехали дальше. О, да. Еще одна. Что, лейка? Нет. Раскладушка? А, о. Фара. Фару от Горбатова нашли. А, это та, что в аварию попала, да? Да. Ну, сама фара целая. Угу. Ладно, нам надо лейка. Или бутылку обрезать. Ну, бутылку лучше обрезать. А новый, да? 002. Да, 002. Приборы, смотри, вольтметры, амперметр. Опа, нашел. О, Макс, да. Нашел раритет, смотрите, смотрите. Завернутый. Это задний стоп. Стоп и поворотник, а это гаечки к ним. Забирайте. Все, забираем. Я чувствую, что мы до вечера от вас не уедем. Да, попали мы тут. Смотри, откуда гайка. Какая гаечка? Угу. В дом заходить? А что? То. Забираем. Мне сегодня должны деньги зайти. За дом? По безвналу. Да, сестре уже прошли, а мне нет. Опа, фотоувеличитель. У меня похожий был. Вашего дедушку звали? А? Как вашего... А, или это папа ваш? Глянь. Как его звали? Ретро-паяльник. Ретро-утюг. Блин, мы зашли... Царство Николая Петровича, смотри. Что это? Это? Ну как ты думаешь? Уровень какой-то. Шо? Нет, это... А. Блин, как он называется? Ну на металлолом сдали Зингер. Зингер машинку? Да. Ёлки-палки. Короче, все, что металлическое, все ушло. Вот. Книги. Так, я смотрю, что-то... А вот кто-то. Это мой дядька. Это... Так, ну, фотографии так, заберите. Кто-то... Альбомы он. Где-то ж было это чертово. Мы же ее сюда кинули. Почетная грамота. Чья-то. Даже... Ну, вот он, Владимир Ильич. А кому грамота? Да. А это что, словари? Угу. Да. Вот так вот. Домик. А вот кто-то маленький. А кто это маленький на фотке? Это я. Это вы? Похож. Я так и подумал. Такое не надо. Я даже не знаю, что это такое. Контролька. Ретро тоже. Бросайте, может пригодится. А вот комната, спальня чья-то, да? Оп, свет есть. Да. Домик. Это вы, конечно. Какой это год? Какой-то... Это в школу пошли? 4... Нет, 4 года в садике где-то, да? Это 60. Обалдеть. Патефон. Вот это мы попали. На ретро-распродажу. Обалдеть вообще. Да. Макс, на тебе стереосистема. Руслан, я как будто к своему отцу в гараж попал. Да? Я сейчас с ума сойду. Осторожно там, держись, Макс. Держись. Ты будешь этот первый запуск снимать? Да, пошли. Да, попытаться. Первый запуск. Успехов вам. Я буду весьма удивлен, если вы ее заведете. Заведете. Мы еще и до Киева доедем. Так, друзья, значит, что мы сейчас делаем? Мы ставим аккумулятор. Бензин уже залит.
Патефон у Макса. Патефон ставь, включай сразу. Патефон. Патефон — это очень нужная вещь в автомобиле. Да. Смотри, ключ я тебе от поезда. Поедешь, если в Днепр. Ага, спасибо. Я тебе положил. Аккумулятор и заводник. Первый запуск за последний сколько? 7 лет? 8. 8 лет. Когда? В 11-м? Когда вы сказали последний тихо? Ну это на этой в 11-м. Вот то и... И та тоже? Та не раньше. Ага. Короче, 10 лет без запуска. Так, все, ставим. 10 лет без запуска. Пускай, нажимай. Так, тут надо расчистить. Как четко поднимается новое. Ну, новое, что ты хочешь? Новое, оно новое. Так, а где аккумулятор? Аккумулятор где-то тут становится. Так, насос. Смотри, клык. Клык в оригинале я уже показывал. Смотри, биндикс в оригинале. Новый. Угу, новый, да. Это в случае, если мы сломаемся. Вкладыши. Смотри, так это от Горбатова. Ручка новенькая. Да ну нафиг. Я тебе говорю. Да. Ах, с ключом от Горбатова. Поворотник. От Горбатова тоже. От Горбатова повор... Ух ты шо. Я в шоке. Так. Ага, бутылочка. Не-не, аккумулятор правее, Макс. Сейчас я смотрю. А, ты хочешь? Я смотрю, чтобы я ничего не повредил. Давай колесо, может, вымем отсюда. Тем, что я установлю колесо. Да, и, да, по-моему, резина родная. Ну так а что с таким пробегом, что там есть делается? Ручка от Горбатова — это, конечно, сильно. Шланги. Ну понятно. Так, первый запуск за 10 лет. Радио заработало. Радио заработало. Да вы что? Охренеть. Что, ты выключать пошел? Ну, конечно. А что, пускай работает? Ну, нет, да. Оно, в принципе, УКВшное то. Или лес. Выключай, мы сейчас оглохнем. Дворники выключи, Макс. Стекло поцарапаешь, дворники. Блин, откинь их, откинь. А, выключил. Офигеть вообще можно. Слышишь? А вот и леечка, Аня. Блин, а где же уже ключики? Что-то типа лейки. Ну я тебе давал. Вот, есть. Давай спереди, блин, чтоб твои глаза... Педаль провалилась. Сцепление? Тормоза. Ну я тормозух убрали, мы качнем сейчас. Так, ну что, пробуем? Давай. Что там, какой пульс у тебя сейчас? Я что-то замок заел. А это точно от него ключ? Так ты ж смотри, там один от дверей, который желтый такой. Да, я тебе покажу какой. Желтый вообще не влазит. Не-не, покажи. Вот он. Я ж знаю. Ну, жигулевский, да. Ну, попробуй дверной ключ, слышишь, Макс, подожди. Ну, я попробовал, он тоже не... Дверной подходит к дверям, если, чтобы на связке понимать, а, он... Чтобы понимать вообще... Он или нет. Он... Дверной тот желтенький, который. А, так может не тот ключ? Да. Работает? Дверной он. Значит, и тот он, может, просто закисло. Закисло. Зеркало быстросъемное раньше было. А ты мне можешь молоток дать? Я легенько постучу, чтобы... На, ретро, молоток, посмотри, какой красивый. Макс чинит уже. Он подзаедает. Не, он залез, а абсолютно не крутится, как будто сердцевина не та. Это руль пошатай. Ну. А, руль свободна. Странно. Макс бардачок залазит. Это надо снять. А как тебе попасть? Не кажется. Это надо снять, говорит. Надо снять. У него эксклюзив. Вот комплект, который шел с завода. Это книжечка про автомобиль Запорожье. А ну, там жигулевский ключ. Это вот.
Еще один назад, по-моему. Ну, это от Горбатова. Вот это от Горбатова. А вот это я не знаю. Они. Не-не, это. Это от дома, наверное. Да, или от квартиры. Что-то он там нашел что-то ценное. Амидарин какой-то. Ложечка, Руслан, есть, уже не пропадем. Крестообразная отвертка новая. Это заводской комплект. Ага. Компас. Компас. Сейчас выставляй на Киев. Сейчас я выставлю. Так, что там у нас еще? Я ключ от Горбатова еще нашли. Так, отверточка. На предохранителе проволочка. Ножнички. В общем. Короче, все есть. Все то, что нам в дороге может понадобиться. Может, замок меняли, хотя. Чего? Да, вряд ли, так он бы. Чего менять? Ключ бы. Ставил бы того ключа. Ну да. Я думаю, может, в бардачке что-то есть. Да нет, нет такого не имел. А ВДшки нету, да? Не взял я ВДшку. У меня, по-моему, в Discovery есть дверки. Где? В двери. Там открыто? Да. Вот как будто вообще не от него ключ. Вот. Даже не шир. Сейчас я попробую чуть вытащить. Все, номера кузова. А вот это что? Да, ну вот номер кузова. Вот и вот. 84-й, да? Сальники. Друзья, не получается провернуть замок. Что-то он совсем не работает. Еще не вытягивается. Я сейчас снял скобу, вытащу внутренность, попробую завести его без ключа. Так, ну что, пробуем? Давай. Макс, внутри тут очень тесно. Очень плотные гаражи делали. Подсос вынял? Да. Все есть. Слышь, попробуй без педали газа на одном подсосе. Ага. Свечи похоже. Нет, топливо еще не воспламеняется. Там может старый бензин быть. 10 лет все-таки для бензина приличный срок. Сейчас заведется. У нас и не такие заводились. Есть, почти. Слышишь, Макс? Десять лет без запуска. Надо снимать счастливые глаза пилота. Солнце вышло. Это вообще. Ха-ха-ха, счастливые глаза пилота. Ты меня слепишь. Так, надо еще с тормозами разбираться. Макс! И канистры 5-литровые металлические ретро тоже. Редкие очень. Надо с тормозами разбираться. Залило, может, не?
клинком. Все, сейчас жидкости добавим. Все, накачались, да. Все, а что они? А, все, бывает, вот все пластмассочки, все на месте, да? Аккумулятор я хороший взял. Такой же, как на горбатом, кстати, на моем. Замок зажигания чуть отходит. Да я понял, там уже клеммы спали. Клеммы не спали с контактной? Не-не, клеммы не спали, а вот зарядки нет. Потому что оно немножко упирается в этом, в замке зажигания. А ну, заводи еще. Друзья, первый запуск за 10 лет. А? Первый запуск, говорю, за 10 лет. Завелась машина, замок. Зажигание немножко проблемное, но это не страшно. Пока зажигание где-то плюс пропадает. И она глохнет из-за этого. Починил? Часы. Смотрите, как работает вообще четко. Слышишь, Макс, давай, может, слышишь, давай потихоньку выдвинем сначала Горбатова на улицу, да, чтобы был у нас оперативный простор, потому что да. Очень сложно тут находиться. Еще ехать далеко нам. И так, это закрываем. Патефон поставили, чтобы не украли его, блин. Ну что, терпимо. Ну да, шо. Ну, это ретро. Капсула полная, конечно, тут. А вы помните, да, как ее купил отец? Так, это тут надо класс. Качать колесо. Первый класс пошли? Тут надо колесо качать. Тащи компрессор. А как район этот называется? Новое Клочко. Как новое? Клочко. Новое Клочко. ДП номера. Да, мы так по номерам и прикинули, я говорю, где-то вот 84-й, 5-й. Сейчас колеса качаем, а в горбуне? Да тоже надо подкачать, потому что мы его не покрутим. Мы вообще его с дядем еле сдвинули, оно было колеса пущено. Телевизор. Телевизор не берем, оставляем. А? Колеса надо и здесь же качать. Внимание моего вообще не было. Да. Я даже